Вы считаете, что нам следует продолжить? А как же нет, да? И ладно, ладно, так и быть. Пойдемте, будем воровыть. Что за звуки? Тут никого нет, хотя нет, смотрите, кто-то будет. Никого нет, но будет. Где ваши дверца? Людей-то нет, чем мы тут? Не опасно, значит. А, стекла! А, нужно все-таки украсть, как видите. Давайте. Побежали, ну-ка. Ать. Итак. Он убегает, а мы бежим теперь к ключу. И успели скрыться. Так. Дверца открылась где? Что? Почему на время нет? Да. Ух ты, как так? Спиной взял А, у него на ноге крючок, он такой прицепливается автоматически к дверце и запирается. Опять ключика нужна, ключика. Так, тут нет стекла, тут есть стекла. Где я могу увидеть полицейского? Вот, я вижу его, он там смотрит сквозь двойное стекло. Это жестко. Ключ найден, найден. Могу ли здесь не бегая проходить, как вы думаете? Вроде время достаточно. Так. Где он там стоит на месте, что ли? Да, стоит. Куда ты пойдешь, ай болит? В смысле, что он там стоит? Ай, боль болит, слушайте, это как? Там это выход, я вижу, кажется. Ой! В общем, все ясно. Тут кто будет стоять сейчас? Ты 30 тысяч лет. Смотрит влево, вправо, вверх, вниз. Сверху, взад и так далее. И назад. Давайте уйдем здесь. Мы тут все равно не опасаемся ничего. Ну и выход, тут мы выбьем дверь. Что за хрень, да? Идеаль. Cancel, cancel. Так, теперь мы должны выйти, отлично. У нас открылся новый эпизод. Высокое восхождение. Небоскребы и так далее. Оу, оу! На крыше! Вот это то, что можно сказать действительно, ух ты. Прям на крыше, значит. Я думал, что мы будем сейчас просто в небоскребах, оказывается. Оказывается то, что нет. Слушайте, сколько их там вообще? Выквозим вообще. Челопейский! Что, вор? А где здесь выход? Сейчас прыгать с крыши с парашютом, что ли? Устал, ну что могу сказать? Не заметит. Это было тупо, как видите, меня заметили. Ну и какая разница, может, в шахту лифта спрыгнуть, что ли? Никого тут и, собственно, нет и не будет. Отворачивайся, пожалуйста, полицей. И я уезжаю. Прям от злости. Плевать, мы прошли. С поимкой без... Итак, ладно. Ну что, по крышам бегать? Это, конечно же, выглядит красиво. Здесь локации не просто красивые, как видите. И крышница, это, конечно же, отлично. Собачка, косточки украдены. Кто тут, почему тут и зачем тут? Деньга. Меня избили, я понял. А теперь вопрос. Тут дверь закрыта. Это не был вопрос, понимаете? Ой! Никого нет, только плечо чьё-то. Запирайся, пожалуйста. Так, тут ключи цеция. В смысле, ключи цейский. Полицейский, то есть, вы поняли. Так. По лицу, по лицу. Верно, что цель прокрасться на камеры. Куда? Куда то? Но куда? Ай, не понимать. А, ой, ой.
Ну ладно. А, вот сюда мне надо. Да, точно, тут же ключ. А, никого нет, пончика тоже нет. Смешно. Хлопс по двери. Ваших ключей тоже нет. Одни ключи это полицейские. Так, у вас нет вот это? Чего сказать? Чё, кому сказать? Зачем сказать? Кому? В теории, вообще-то, я могу даже без зоны камеры выйти, ой. Ну что, куда ты смотришь? Не туда? А, там бумаги, секретные документы. Ха-ха! Круто. Ну, пусть он дверь по... Нет, не будет пусть встречать. В общем, мы добрались. Чекпоинт, чекпоинт, нет. Так, куда он идет? Куда смотрит? Это не та дверь. Черт, это плохая идея была. Не заметит, хорошо. Вот и чик-чик-чик-чик. Пойнт. Чик-чик. О, документы, в смысле, маскировка. Ученый сейчас вас электричеством забьют, можно? Теперь вопрос. Что? И зачем? Давайте думать. Так, ученый. Вообще здесь ни одного ученого нет. То есть здесь один ученый какой-то неожиданно. Так, это выход, как бы, немножко. Можно узнать, что здесь такое. Ведь ученые могут ходить по камерам, да? Можно. А, это выход, тут мы убежим, возможно. Опс, мы снова здесь. Теперь мы снова прячемся. Хотя можно было еще успеть добежать. И все, есть все на месте. Ученый готов убегать. По сути, может куда угодно, но... А, туда нельзя, там этот лифт входа только. Бегать нельзя, это мы вспоминаем. Лифт вызвать можно, да. И мы уезжаем, все. Успех! Наш. Не ваш, точно. Ой-ой-ой, ё-моё! Маскировочная доска. Никто не скажет, что здесь нельзя. Чш! В смысле? А что заново? Ой. Тебе бабушка себя шивает, ничего страшного нет. Потом здесь, скорее всего, будет и выход единственный, да? Так. Где кто, почему, откуда вижу? В смысле, не вижу, чего, никого нет. Ага, по лицу, по лицу. Ничего такого. Тут что-то есть, но не всегда. Нет, выход все тоже есть там еще. Я же предпочту дождаться, видите, иначе бы у меня сейчас тыщ-тыщ и все. Может вернуться маскировкой? Смогу ли я? Вопрос. Нет, думаю. Маскировка слишком в неудобном месте. Ну что, по лицу? Куда он смотрит? Куда он смотрит? Нет, поворачивайся! Ну, бумаги могу украсть. Просто гениально, смотрите, спрятался. А где же он? Где же он? Где же он? Да не заметил меня уже, все. Да ничего тут нет, как видите. Тупорылый. Теперь он бегает по своей зоне открытия тысячу лет спустя. Вообще, ну понял, как не попасться, вот, да, я тоже. Пойдемте думать дальше. Ать два. Вопрос главный сейчас, что сделать мне? Он может закрываться так. Где он не смотрит? Вот в чем век вопроса.
Он здесь не будет смотреть совсем, думаю. Отлично, спасибо тебе. Все, мы сделали все. Называем лифт. А что? Это странно, что лифт приезжает. Гад, отозвал лифт. О, лифт вернулся. Что за тупость? В общем, мы уже попались, как видите. Глупо очень. Эх, мы. Ну ты полицейский, просто смотрите, ключ есть? Да, это было тупо. Значит, ключ есть. Ключа нет. А ему нормально. Есть, нет, и так далее. Все отлично. Ой. Ты что такой вращающийся, слушайте. Блин, камеру поставьте, не крутящуюся полицейского. А стекло? Так, внимание, стекло. Это стекло, не тупи. Это стекло. Что, захлопнуть дверью, что ли? Давайте. Либо хлоп-хлоп в ладоши похлопать, он такой, что за чудо? Так, из этого окна никого не видно. А что у нас тут? Кто же снова хлопнул дверь, да, чтобы пончик эту украсть? А, и надо еще туда попасть. Так, он идет хлопать. Нет, не хлопать идет. А, вот что надо трикнуть. Тренькнуть. У вас печатная машинка активируется, извините. Пончик мой. Сокровище тоже. Кажется, сокровища тут вообще не было. Какая-то пустота лежит. Мы украли пустоту или что? Подозрительная дверь, ну и плевать, да. Но зато лифт не подозрительный, все. Успешно, максимально. Временно. Вот мы уже на пятом. Так, тут стекло. Осторожно, да? Тут никого нет. Тут только полицейский, который ходит. Ну это ходит и ходит, что? Дверцы. Как? Тут дверь просто открылась, ты же не уже не видел. Так. Вижу нашу цель. В общем, что-то там просто что-то должно быть. Да? Там точно ничего нет. Вот там, вот совсем вот там. Там дверца. Все, отошел же. Отошел? Я не понял, а как? Вой лупень, слушайте. Самое тупое, что можно сделать, да, смотрите-ка. Ой, я сделал это, ну и плевать, да? А, тут окошко свой полицейский не смотрел немножко. Ой, тут стекло. Тихо. Он увидел эту дверь через стекло, я этого боялся. Ну ничего, не страшно. Ключ тут. Ой, я могу прятаться в кусте. Ну что ж. Открыть не хочешь? А, типа дверь уже закрыта. Ну ладно, как говорится, черт поберится. А теперь вопрос. Ёшкин дуб, мне нужно сделать это, да? Ты-ты-ты-ты-ты-ты! Уведомление пришло. Что? Стекловатный! Ну и ладно. А теперь что, как, откуда, почему я не понял? А где мне прятаться тогда здесь вот? Эти стекла они выносят. Где ключ? Ключ там. Так, давайте думать, как нам верно сделать все. Допустим, вызов. И что будет? Я уйду здесь, да? Так трясется, так не бывает вообще-то. Нереалистично. Я смогу. Действительно смогу, вот это да. Ой, можно уже. Блин, дверца подозрительная, черт!
Мы все сделали, убегаем. А меня уже поймали 30 раз, ну и что? Да? Да-да-да. Поэтому пойдемте. Мой Ли! О, почему здесь? Двери надо закрывать, вы знаете об этом. Ну что, серьезно, мне нужно именно так сделать? Вот именно здесь прятаться, так это тупо. Потому что, по-моему, если бы я не был не прокачан, то он бы заметил. Может быть. Вот он смотрит прям в бок. А, нет, отходит все-таки. Есть, он закрылся. Фух, молодец, спасибо. Ой, там еще ключи, я их не спер. Хотя, смотрите-ка, хотя не смотрите уже. О, лифт уже вызван, оказывается. Сквозь камеру. Ай, как-то так. Тупо немножко. Дальше. Ха, прям на месте так. Пришел хать, хоть хоп-хоп. А-та-да. Ой, ё-моё, опять эта зона какая-то. Повсюду. Никуда. Я не слышал, что ты там был полицейский. Давайте заново. Это был не полицейский, это был лицепейский. Ой, ё-моё. Все, никого нет, никого не видели. Никого не знаем. Не смотрит, не смотрит, не смотрит. А, видимо, смотрит именно только туда. Теперь, смотрите, как хитро. Максималь. Но. Ать, ать. Ать. Тут можно. По лицу. Ходок. Такой ходящий. Ё-моё, как он там? Тут тоже, тоже ходит. Да, теперь куда-то вернется. Бока. Что-то такое интересное. Там не стекла даже есть. Там стекло. Ведь опять, смотрите, нужно воровать что-то несуществующее. Ландшафт какой-то. В общем, бежим. Куст! Я думаю. Надеюсь, там больше ничего не было. Вы думаете, я надеюсь. Нет, там есть стекло, да. Так, думаем. В смысле, смотрим. Вот он идет туда, смотрит немножко. Мы бежим сюда. Ать, два яблока, как-то кашку какую-то. Выходим, заходим, открываем. У нас тут вообще дверца, да. Блин, что же мне сделать тут он? Блин, смотрит все равно. Вот в этот миг надо что ли ловиться. И в тот тоже, да, пока он отходит. Я понял, понял. Все понятно. Так он. Все, вот он здесь. Мы отбегаем сюда. Он отворачивается. И мы успеваем. Не замечать, чтобы он дверь не заметил. Опс, вот это, конечно же, ловушка. Ой, нет, не ловушка. В общем, я поймался, кажется, нет. Или не поймался. Да, и не поймался. Молодец. Можете дальше, да. Ох, как я устал. Нет, не устал. Это не дверь, вот дверь. Это окно. Ой, чуть в лицо не попал, в смысле, в окно. Это стеклянная дверь, да? Это стеклянная дверь. Так. Или это окно? Это окно. Это окно. Чекпоинт сохранился. Так, ну зато... Успех может ждать меня. Мышь. Раскрывать карты. То есть дверь. Так, ключа у нас нет. Вот он. Ключа у нас есть. Все готово, все есть. Лицепи, лице, ли, по лицу, по лицу. Так. Тут можно... А, это лапа, это в смысле мята, это в смысле... Чё, полицейский приехал? Нет. Тут нужно следить специально. Вот здесь давайте. Он такой... Ты-ды-дын, 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 ты-ды-дын.
Следы следят куда-то. Тем временем и стой! Смысл? Ладно, я ведь здесь появлюсь, я ведь здесь появлюсь. Нет! А засчитает, чтобы меня поймали или не совсем? Да ё-моё, слушайте, следы просто кончились, понимаете? Потому что он пойдет по следам туда. Ну сейчас он пойдет по следам, нет? Ну-ка, вот следы свежие. Свежие следы. Кажись, они давны. Все, пошел по следам, наконец-то. Идиотус. Ай, я ведь не попался при чекпоинте не попался, но все же попался, блин. Ведь в сохранении-то не попался. Не заметился, в смысле. Ой, следы уже здесь. Ну что, хотите, я туда? В исходник следов иди. Ты не заметил? Эх, исходник. Ч-ч-ч-ч, я думал, что я не замечусь. Так, в бутылку можно. Это выход. Он такой вообще вращается. Какой-то ключ. Елся грущ. Ага, тут нужно отвлечь обязательно. Но кто отвлечет сейчас? Да, этот гад. Ты вообще как ты смотришь? Ты чё, как ты вообще? Ладно, надо отвлечь того, чтобы, тот, чтобы не отвлекся не тот, да? Ладно, он заметит сейчас следы и пойдет искать воды. А теперь за ним снова. Итак, и тот занят в поисках следов. Да, и тот пойдет тот. Блин, жалко. Блин, чё ты тут со следами пошел? Никого нет, смотри-ка, не видит. Если заряд такой. Блин, по следам нужно пойти только один. Но как это добиться такого? Добить его, что ли, надо? Или все-таки отвлекаем этого типа? А по следам идет тот. Почему он идет туда? Ладно, давайте подумаем, что следы здесь. Он пойдет здесь уже по следам. Блин, тот пошел тоже. Полицей! Ну, как говорится, наплевать-то, что ли? Я паникую, когда я паникую. Все сохранился уже, оказывается. Нет, не сохранился. Где я? Ё-моё, вы что, Серио? Серио? Да я знаю. Блин, следы. Змели уже все. Так, экспери. Не понял. Во. Теперь понял. Ну что, сквозь стену умеет смотреть? На, давайте это отвлечем того. Только этого, смотрите-ка. Он увидел следы, он увидел следы. Скажи, что он увидел следы. Да, он увидел следы. Тем временем звонить должен тот. Ну-ка. Да, вот тот уже отошел. Есть. Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Ох, повезло как. Там ничего нет, фух, мы запомнили это. Все, украли, кажись, все. Первый вопрос, где лифт? Есть, можно этот.
Не хлюпай, не хлюпай. В общем, надеюсь, там ничего нет, все. Давайте проследим здесь на смерть. Следы кончились, полицейский кончился. Надеюсь, все украл. Там ведь ничего не было. Зато не попался в сохранении. Из-за времени не попался. Хоть все спер. Последний давайте на сегодня. Я устал. Ой. Мне показалось, этот человек здесь это. Это не он. Так, и что мне тут хотите? А. За дверью, да. Так слышно, что ли, полицей? Ла-л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 а. По пути. Ой, 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 ну-ка. Запери. Отлично, здесь мы. Чик. Проверочная точка. Так, следующая часть. Круговой ход, значит. Дверь это подозрительно, он обратит внимание на это автоматически. И поймет, что все не то. Ё-моё, вот этот гад, конечно. Ну и ладно, пойдемте, он будет следить и искать след сам у себя. Потом, кажется, это он наследил, тупой скажет такой. Что, есть след? След есть. След ведет туда, куда? Блин! Ну нет, я попался. Ну, я думал, что я не смогу не попасться. Опять следы, ну, плевать, он не заметит это.